суток. Сегодня многие люди ищут заработок через интернет. Новички, придя в интернет, начинают искать заработок и натыкаются на мошенников, на финансовые пирамиды, где теряют свои деньги, разочаровываются и, не увидев здесь никаких перспектив, просто уходят из интернета. Или начинают играть обычно в разные игры. Но действительно, и это не секрет, что бизнес такой существует. То есть люди зарабатывают через интернет, через сетевые международные компании. Это новый вид бизнеса, когда продвижение товара через дистрибьюторскую сеть. И сегодня я вас хочу познакомить с международной компанией, которая вошла на мировой рынок 3,5 года назад. А предложил нам такую компанию Казахстан. Это казахстанская компания G-Time Corporation, которая уже четвертый год, которая зарегистрирована в городе Алматы. И компания аккредитована правительством, компания законная, платит налоги. Чем она привлекла? А привлекла эта компания уникальностью своего маркетинга. Здесь очень уникальный маркетинг. Здесь можно зарабатывать большие деньги, не продавая товар. Во многих компаниях есть ежемесячные закупки, реализация товара, то есть надо бегать продавать товар, закупать его, складировать дома. И такие компании обычно в сеть дистрибьюторов платят 15-20% от своего товарооборота. Наша компания платит своим партнерам 90% от товарооборота. Сотрудничество здесь на долгие годы. Компания только развивается, но условия очень замечательные. Есть поощрительные моменты. То есть компания занимается туризмом, поэтому партнеры нашей компании могут со скидками путешествовать. Компания объявляет 4 раза в год промоушены. И активные партнеры, которые выполняют условия промоушена, отдыхают 4 раза в год за счет компании. Значит, компания еще является дилером нескольких часовых заводов. Компания является дилером автомобиля Ford Focus. Если у вас есть мечта приобрести автомобиль, вы идете обычно в банк, чтобы взять кредит и потом многие долгие годы выплачивать огромные проценты. Здесь очень выгодное приобретение автомобиля и за очень короткий срок. За 1-3 месяца вы можете приобрести автомобиль Ford Focus третьего поколения. Ни в кредит, ни в лизинг, а сразу же в собственность. Здесь работает и жилищная программа. Предусмотрено акционерство. То есть мы, партнеры компании, становимся акционерами производства. А какое производство у нас? Есть 2 шунгитовых завода по выпуску продукции из шунгита. Продукция уникальна, эффективна. Продукция разработана учеными Казахстана под руководством профессора Ефремова. Здесь действительно очень замечательные условия. Работают несколько программ, по которым мы можем, в каждой программе мы можем с вами зарабатывать деньги. Здесь может работать и студент, и мама в декрете, и люди, которые находятся на пенсии. Это бизнес для каждого. Возможности компания дает каждому. Бери и делай. Если вас разочарует этот бизнес, вы можете в одной программе заработать и уйти из компании. Вы можете продать свое бизнес-место. То есть бизнес здесь безрисковый. Нет никаких рисков. И не надо бегать и продавать. Бизнес информационный. Вас интересует такой заработок? Тогда, пожалуйста, приходите ко мне. Вот здесь все мои данные. Вы подумайте, если у вас будут вопросы, тогда присоединяйтесь ко мне в Skype. Я вам расскажу все условия более подробно. Для каждого найдется свой вид заработка в зависимости от вашего кошелька.
Всего вам доброго. До свидания.